Десятиклассники Ратмир и Булат уже определились с выбором профессии. Ратмир будет эндокринологом, Булат – программистом. Уже на следующий год они уедут учиться в другие города. Как шутят ребята, рабочая профессия не для них. Руки не тем концом вставлены. Я по отзывам знаю, что там в другом городе лучше преподавать. А в какой город ты собрался? В Питер. Выпускник 9 класса Ильнар выбрал рабочую профессию, только вот решил учиться не в родном городе, а в столице. Он поступил в Раменский дорожно-строительный техникум. Лучше уж московское образование, мне так кажется. Но многие его одноклассники останутся в Нижнекамске, только не в школе. Пойдут в среднеспециальное учебное заведение. У нас сварщики в основном все. Некоторые там, некоторые на шинзавод хотят устроиться, уже на работу хотят уйти. В основном все. Ну, кто-то в школе остался? Да, осталось. Человек 5, может. Изменения этого года в школах в 10 классах будут открыты только профильные классы. К примеру, физико-математические или гуманитарные. Если раньше было 3 десятых класса, то теперь может остаться только один. Сейчас учебные заведения города формируют и комплектуют их, и в школах останутся только те ученики, которые осилят обучение. Дело в том, что на сегодняшний день школы начинают вводить у себя профильные классы. С чем это связано? Это связано с тем, что на сегодняшний день недостаточно получить аттестаты для того, чтобы поступить в институт. Даже та разница в баллах, когда достаточно для получения, это 24 балла, а чтобы поступать в институт, надо набрать уже 36 и более баллов. Эту возможность можно сделать только если в школе есть профильный класс. Сколько десятых классов останется в городе, пока неизвестно. И как нас заверили в исполкоме, все те, кто захочет продолжить обучение в школе, его продолжат. Только уже в других учебных заведениях. Конституционное право каждого человека на образование нарушено не будет. Он же может выбрать другую образовательную организацию, где готовят, создают тот профиль, который ему нужен. То есть здесь вопрос не в том, что мы полностью ограничим ему доступ в 10 класс, абсолютно нет. В этом году школы закончили 2500 девятиклассников, и только 1000 из них останутся в своих учебных заведениях в профильных классах. Остальные же будут вынуждены поступать в среднеспециальные учебные заведения. Но тут, можно сказать, ребятам повезло. К примеру, Нижнекамский политехнический колледж принимает на бюджетные места без экзаменов и результатов ГИА. Если говорить в целом, среднеспециальные учебные заведения готовы к тому, что выпускников будет больше, чем обычно. Известно, что бюджетных мест будет 1770. В общем, курс на поднятие престижа рабочих профессий взят, а реформа в сфере образования однозначно уже началась. Главное, чтобы предприятия были готовы принять такое количество рабочих. Алсу Юматова, Ренат Харасов, новости НТР.